Привет, ребята. Вот подошел, очень понравился мне автомобиль. Красивый Т6, модель 16 года. Вот. Сейчас откроем, заведем. 16800. 2 литра, 103 киловатта. Серый цвет. Очень красиво смотрится. Сейчас обойду его, посмотрю. Стекло родное. Вот так он смотрится. Ну, тут они постоянно как новые. Такой вот автомобильчик на парктрониках, фаркоп, новая резина. Дворнички, подогрев. Хороший автомобиль. Все закрыто, все. Модель 16 года. Вот. По сервису. Сейчас посмотрим. Регулировка руля. Заведем. Ключ сейчас спрошу. А ключ? Дай ключ. Как же мы без ключа заведем? Опа. Что у нас тут? Навигация. Хорошая комплектация. Так. Вот, работает. Работает хорошо. У меня тоже двухлитровая Шкода, 110 киловатт. Так, без музыки. Вот, активная навигация. Кондиционер все дует. Так, есть флешка. Маечка. Документы. Последнее ТО на 159 ВИН автомобиля. Все, смотрите. Так, некогда. Сейчас откроем капот, посмотрим. Вот большой плафон. Подлокотники.
Двигатель работает хорошо. Есть сколы родные, это хорошо. Есть желание, можем пригнать автомобиль любой вам под заказ. Такой вот сегодня у нас обзор. Всем пока, ребята, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, буду рад вам помочь. До новых встреч.